Ну вот вешалки есть здесь. Такой у нас стол. Холодно? Ты такая красивая, блестяшка. Фрукты нарезка. А вы что, не вышиванка? Оля, не вышиванки. Я всем купил, себе не купил. Себе обдарил, да, да, да. У меня бабушка была эпопея в складе, я не знала, что делать. Ну ничего. Главное, помните, что должна быть одна красивая девочка. Даже если она ваша, тут не забудь. Смотрите, ребята, тут еще есть такая вот терраса красивая, но она летняя, на лето. Ресторан называется или на солнечном берегу, или на берегу солнечного, что-то, короче, что-то из этого разряда. Ну, мы здесь были только один раз, когда арендовали беседку и жарили шашлыки, тогда была Аня Логачева, кстати, привет ей огромный, красивые елки. Ну, что-то, видимо, они какое-то еще хозяйство свое здесь держат. Ага. Петух. Да, петух и какие-то... Чи утки там, чи что. Не буду идти, потому что там грязно. Болото. Красиво. Я думаю, что летом здесь очень классно, потому что, смотрите, беседки. Тут, наверное, столики выносят. Сейчас вам еще покажу панораму. Холодновастенько, зараза. Мангал делаю 100% шашлык. И вот, видите, вид на набережную, только то уже на другую сторону. То есть, вот такой у нас красивый Днепр. Ночью он еще красивее. Но холодновастенько здесь, да. Рыбку можно половить. Ой. Вот. Красиво. Сейчас мы еще ждем Юлю, Катю, Сашу, маму, бабушку, папу. И вроде еще кто-то должен прийти, но я не знаю точно кто. Уже, в принципе, вам так много стол показал. Ой. О, вы видели, какая красивая набережная там? Там красиво? Да, только холодно. Сумочку можно сюда пока повесить, тут телефон у меня такой, ничего такого. Ты открытку читала в букете? Кого? Открытку в букете? Нет, еще не читала. Вытащите. Я почитаю. Я сейчас приду почитаю. Ты ж положила, я помню. А я только что был, холодно. Там утки плавают. Я видел, и вот там, кстати, пойдите посмотрите, там в клетках тоже кто-то сидит или фазан. Да, я только что был. Не, вообще. Не-не, я был только с другой стороны. Леша, ты сегодня есть будешь петь? Нет. По-моему, ты... А что, нету? По-моему, я белое покупал, да. А скажите, а белого нету там вина? Есть, есть, должно быть. По-моему, это ты тогда будешь петь. Не, я не буду, я подтяжки мне-то не одевал. Я могу снять, не вопрос. Дам поносить. Удавить его, да? Сколько там денег было, кошельки, чтобы в зале за что давить? Где? Да там 1000 гривен больше нет. А, не, давить я не буду. Ну да, будет еще, по-моему, скумбрия на мангале, шашлык разных видов. Ну вот, видишь. А там грибочки, по-моему, маринованные. Нет. А где грибы? Надеете? Кто? Не надеете. Да? Ну, у меня злая диета, короче, сказали, мне ничего не есть, а я так хочу. Так а пить ничего не будешь сегодня? Нет, вино белое пью. Чего, кому я коньяк покупал? Я не пью, Леша. Я на самом деле не знаю, что она весь вечер. Ты наша Луцина будет с тобой пить коньяк, она же настоящая армянка и сам Вэл. А сам Вэл, если не сказать. Тот случай. Тот случай, когда сам Вэл будет пить коньяк. Это хороший коньяк, армянский. Мы пьем звезд 7 как минимум, чтобы было. А то и 8, да. Так я сейчас возьму карандаш нарисую. Ну, когда нарисуешь, тогда... Из 5 звезд. А вот это что? А, это сок.
Яблочный натуральный. Без сахара поставил. А вы давайте ставьте где-то сбоку, чтобы ну, мы понимали. Или можно было какой-то стикер. Или вот это два без сахара, да? Это два, да. Там а, ну два. Все, хорошо. Или нет, еще вода просто решила. Ну, это такой напиток, типа алоэ вера, как это тебе объяснить. Там кусочки алоэ внутри. Натуральный, да, классная штука. Вот видишь, плавают кусочки. Я вижу. Это тот напиток, от которого я неплохо был, когда попробовал его. А что, мне очень нравится. Мне нравится, что там кусочки вот эти. Классный такой, он холодный такой. Он, да, он классный. Да, мне нравится. На Диану сходить с ума. Да, тебе не понравился этот алоэ? Мне нравится вода из стеклярки, да, просто. Да, далеко не уходи, держись рядом. Что ты родика она взяла? Он приболел. Родик дома за Женей следит. Мы так ждали, думали, Женя буде, і Родик буде. Нам більше йде стикер. Я буду їсти за троїх. Смотрел? Ви коронавірус не привезли з Китаю. Не ви привезли коронавірус з Китаю. То у вас коронавірус котячий. Котячий, да. Ой, такое платье красивое тоже. Заходите, гости дорогие. Саша, привет! Да, приехал совершенно... мой дорогой напарник! Совершеннолетие у вас! Спасибо! Ой, спасибо! Мариночка, помоги куда-то цветочки взять. Хорошо, что они уже на столчик куда. Вы видите, что это живая клубника? Смотри, да, я посмотрела. Берите ягодку. Ой, боже! Так она ж не мытая, может. Это клубничка. Не мытая? Ваша, не зимы. Ваш? Ваш? Да, ну это ж магазин. А, не, не, не лично. Саша, дай я с тобой поздоровлюсь, потому что все это, я с тобой не... Садись вот там поближе, я вот там сижу возле окна первой. Да, садитесь куда-то там поближе возле нас. Это Катюша, что там видишь? А это не уши, это парни. Это Саша, Саша, приятно. Это мой напарник, играем всегда в игры. Ребенок не пьет. Боже, как я буду домой нести кошмар, сколько цветов. Я не знаю, когда. Я потом буду дарить. Потом. Я еще даже цветы не дарил. Ой, какая тебя красивая. Красивая такая. Я тебя закрою, давай так. Интересно, вы догадаетесь, почему он в таком виде или нет? Сейчас, сейчас. А где моя сумочка, Ирочка? А, или кто там, или Леша, там моя сумочка. Маленькая, принеси, я такой маленький буду. А я отсюда в маму. Вот просто вы, мне интересно, вот догадаетесь или нет, почему? Я не знаю, в таком виде. Да тут что-то по-русски написано. Ой, боже мой, я вообще думала, что... Ты пришел, это... Как оно называется? Монетку давали. Это не монетки. Я 199. Я вам... Это что такое? Я не вижу, я очки не взяла. Кто съест? Я ничего не вижу. Кто хорошо бачит? Переверни, мама. Ну вот оно, вот. Как, кто видите, что это такое? Не Ира, не я. Чем больше лет проживете, тем больше таких свечек вы собираете. Внучкам на приданное. На приданное? Что это? 2 грамма швейцарского. У вас есть уже один такой маленький слиточек? Да, 2 грамма. 999. Это то золото, которое не нужно надевать на себя, которое можно внучкам, правнучкам оставить, передать. Понимаете? Ага, ага. Так, и притом, и притом чистая. А что ж ты? Посмотрите, посмотрите, вы удивитесь. Ой, боже мой, что у нас сейчас происходит? Нет, я не говорю, просто мне интересно, догадайтесь, почему именно в таком виде? С ума сойти, нет, ты вот что, вы посмотрите, мы с вами познакомились, когда я вам завернула в рулон денег, понимаете? А что это? Именно с такой номинацией. То есть это уже резать не надо. Марина уже порезала. Ты помнишь, как я заворачивала крабу? Да, да, но на телевизоре еще. У меня было первое желание. Успейте стать счастливой.
Добром к вам, Марина. Спасибо, Маринка. Вот первое желание было нарезать этот розон, понимаешь? Я мальчик и девочка под зонтиком. Я маленький, целуйся. Ребята, ребята, маленькие. Так, Оля. Помощи ручка моим телезрителям или этим подписчикам. Завтра канал. Спасибо, Марина. Спасибо. То я собираю, то я никому не даю. Пока оно у меня. Все, чем больше лет проживете, тем больше мы. Вы вообще-то сумочку принесли? Да, я принес сумочку. Маленькие подарочки. С внутренними две открытки. Сейчас черные номера. На кого обратить? На внука. На самых маленьких. Сейчас, зайчик, сейчас, одну секунду. Вот я в руки замерз. Это такой брокат, это все для красоты, для красивой девочки, да? Я надо было мне большую сумку взять. Черный. Вот две там есть? Там было на что уложить, а куда найти? Там на замочке такой карман внутри. Марина, на положи пока туда. Или ты, зайчик, положи. Можешь туда рядышком, да. Теперь я слушаю. Леша стоит. Спасибо. Хотите поздравить с днем рождения? Не хотим, чтобы ты вот... Знаешь, как это, на прием королевы, да, теперь я слушаю. Спасибо, это чтобы я пахла красиво. Да, чтобы ты хорошо пахла. Спасибо. Молодец, спасибо большое, Леша. И открыточка. Спасибо. Почитаешь. Знаем народ меня по-украински, да? Мама, я положила свой подарок. Ну, подожди. Ой, боже мой. Ну, вы же говорили, что вы любите открытки. Трехспальные открытки. Поздравляю тебя с днем рождения. Плохо, зачем? Ну, по-украински напечатано. Фантастично. Бабушка Стронного моря, чудовых. Хай все, що бажаєш, швиденько. Що я на очі? Когда она всем этим намажется, то будет вообще. Хай Бог было, давай дослушать. Хай зоря, ми радимо тебе. Что такое? Ладно. Давай. Природа. Дома прочитаю. Диана, Леша, спасибо. Главное, что подписано Диана. Главное, чтобы было здоровье, все да. У тебя дальше. Да, ну все понятно. Спасибо большое. Так, сейчас я делаю его. Посмотрите, что там. Чтобы не упало. Посмотрите, что я там. Посмотрю. Это самый дорогой магазин вообще косметики в Украине. А я ж не понимаю. Там только фирменная косметика. Какая косметика? Вы думаете, я знаю, чешу? Так. Лампу. Я что-то написано. Клад. Английский, да? Чи нет? Ну да, что, будем испытывать на вас? Можно. Откроем? Можно. А ты ничем вам не вшилась? А там был Самвел оставил. Да, Самвел мне оставил и мои, которые... И его, не такими, такими, двумя приехал, как начали бурхать. Все, Марина, сейчас я... Подожди. Что все? Подождите, еще я есть. Подождите. Вы еще это не испытали. Ну давай, что, спасибо, вы как начнете мои испытывать, полчаса надо. Главное, вы приехали. Я вас редко вижу. Живем за 100 километров. Я редко вижу. Это же не Мелитополь, а Днепр. Понятно. Главное, что вы приехали. Как это работает? Остальное... О, кто только на эти не попадай. Яночка, сюда не попадай. Никуда не попадай. На бусы не надо, они не любят. Сказали. А что ты так, издалека бы так шить? На голову, на голову. Да, да, да. Нормально, я слышу. Я слышу. Сверху над головой покрутиться. И войди вперед так немножко. Вперед. Пройди вперед. О, облако брызг. Я застоялась уже, хватит. Бабушка застоялась. Все, а что у тебя? А что ты прыгаешь? Да ну, Мирочка прыскает на меня. Так, все, теперь я на очереди. Татьяна Васильевна. Так, я слушаю. Сейчас, подожди, Колечка, возьми эту тузу. Я на поле снимаю. Все, да. Кариночка, ложи в коробочку. Это вам от меня. Так, Колечка, хотите, смотреть. Открывайте здесь, хотите дома, мне без разницы. Я... Ну, я могу и открыть, ничего страшного. Хотите открывать? Колечка, а ну, зайчик, помоги мне. Ой, нога не хочет, где моя палка? Давайте я вам это покажу. Это...
В смысле? Вообще. Юлечка, как же я Люба, Тамара, Света, это вам... Они звонили да. Сегодня, спасибо. Это тоже от них. Букет красивый. Спасибо, Боже мой, Тамара, да? Ты снимаешь, да, вот сюда, снимаешь? Я снимаю. Тамара, Люба, Света, весь Киев, всем Киеву привет большой. Спасибо вам здоровья, здоровья побольше. И спасибо большое за внимание, за защиту. Ой, я не могу разговаривать. Спасибо, дружечка, спасибо за это. Ложите, мы сейчас посмотрим и сфотографируемся. Привет, привет. Привет, бабулька, привет. Хоть вам хорошо. Спасибо. Ой, Света, смотрите, сколько цветов. Ой, какие красивые, каждый раз разу. Розовый спасибо. Так, да, приятно. А руки мыть в стране коронавируса. Да, списка, там, садитесь, возле... Мне так лучше видно будет. Мы не моем руки. Нет, я а где папа? Ира тоже не моет руки. А он полосаш. Сними. Меня Ира в роддоме идем... перепутали, я не вашу. Да. Фейс не обманывай. Так. Давай пересадись к нам, пересаживайся к нам сюда. Бери, да, бери тарелку, пересаживай сюда поближе. А тарелку еще? Ну, потому что тут нету, да. Что такое лишнее, что... Коля, со вспышкой. А что? Он слепит ужасно. Да? Со вспышкой. Ну, я так специально, чтобы тебя получше в кадр взять. Да. А тут больше некого в кадре? Нет, только тебя. Ты в красном, тебя. Спасибо.